записывали. И Юрию Алексеевичу написали, и написали в этот, у Горловку туда написали. О, пожалуйста, как Ванюша, его? Приходько. Приходько, да, ему написали. Все. Ну, решили вперед Юрию Алексеевичу, а потом уже что, как будет дальше, тогда дальше. Ну, спасибо Юрию Алексеевичу, спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Храмушин Владимир Владимирович. Я являюсь председателем общественного движения «Свободный Донбасс» Никитовского района. Ко мне поступило заявление от жителей улицы Ватутина, дом 18-20, по жалобе на отсутствие машины для того, чтобы вывезти выгребные ямы с их домов. Значит, я подал ходатайство депутату Народного совета первого созыва Крикуленко Юрию Алексеевичу, который, разобравшись в сути дела, за свои личные средства профинансировал откачку и вывоз нечистот с этих двух домов.